Ну, боевая такая игра получилась. Молодцы ребята, что не старались борьбу не проигрывать. Конечно, в плане организации игры есть проблемы, но начнем, да, от печки, то, что боролись до конца и, в принципе, молодцы. Серия после матча в пенальти. Состав определяли вы, те, кто будет бить, или ребята сами решали? Ну, мы вместе. Во-первых, я спросил, кто готов. Потом, ну, так получилось, что кого-то назначал, такого не было. Ребята сами с удовольствием пошли, пробили, забили. Один из тех, кто отличился в этой серии, это наш новичок, который на флажке пришел, Алексей Евсеев. Хотел бы у вас, в связи с тем, что трансферная кампания уже позади, какую-то оценку дать селекции, проведенной факелом зимой, насколько вы довольны этой селекцией? По большому счету доволен. Да, и Алексей, хотя человек новый, только появился, не тренировался в общей группе, вот в команде, в роторе, да. Видно, что парень играть умеет. Я надеюсь, что нам поможет. И я думаю, что нам поможет. Все остальные новички, как считаете, тоже, наверное, помогут команде? Ну, остальные новички уже себя проявили, поэтому то, что они себя помогут, я думаю, не только мы об этом знаем, но мы еще и видели. Поэтому, скажу так, Алексея я не видел. По большому счету, появилась такая возможность, навели справки, и получилось, что у нас в команде. А остальных ребят мы подбирали, естественно, я их всех просматривал, и там сюрпризов быть не могло.